сегодня мы посещаем, пожалуй, одно из самых массовых танцевальных мероприятий города Петербурга. А называется оно коротко и ясно. Цех. Встречайте почетного героя фестиваля Цех 8. Сандер Яйненберг. Секрет: поначалу цех был колбасным. Причем к докторским мясоизделиям это не имело никакого отношения. Ну, вы меня понимаете. Но с тех пор многое изменилось. Организаторы искоренили белые перчатки и респираторы на танцующих, запретили вход на эту дискотеку лицам, не достигшим 18-летнего возраста, и пригласили действительно стоящих диджеев с мировым именем. Ну и, конечно, они постоянно стараются поразить нас все новыми техническими достижениями. Что из этого получается? Давайте посмотрим.
a chance now, right now, 'cause now I'm losing control. I'm ready to go. Многое, как я уже говорил на цеху, меняется, но кое-что остается и неизменным. Из года в год визитной карточкой этого мероприятия остаются прекрасные танцовщицы. Причем организаторы обещают, что их сегодня здесь будет не меньше, чем 100. Но пальцев на одной руке мне уже не хватает. Давайте попробуем посчитать вместе. Но, кстати, в прошлом году все девушки были топлес.
мыльная пена, падающая на голову, не ослепляющие вспышки лазера, немного децибельный всеподавляющий звук не может искоренить в жителях нашего города желание танцевать и веселиться. Вы смотрите телеканал Bridge TV, и это проект Bridge to Nightlife, мост в ночную жизнь. Меня зовут Тимофей, и мы еще увидимся. Пока!